Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Подписывайся на канал, не забудь ставить колокольчик на все, чтобы не пропускать новые выпуски. Ребята, объясните мне, как вы живете сами, вот в одиночестве? Как вы вот там попу себе сами потираете, там отрываете себе туалетную бумагу, кусочек, там полотенце себе в душ приносите сами? Как вы там ложечку ко рту подносите? Вы что, сумасшедшие что ли? Как вы это сами делаете, а? Давайте послушаем бейбу данную. Я расскажу прикол вообще. Прикол. Значит, по утрам мы собираемся с Пашей, всегда на работу. Мне вот интересно, как собираются мужики, которые живут одни. Человек идет в душ, зай, принеси... С горечью собираются. Просто так сложно им это делать. Неси полотенце, одеваем рубашку. Зай, ты можешь застегнуть пуговку? Господи, завтрак с собой собираю я. Мужики, вы как вообще одни живете? Как вы справляетесь? Вы, наверное, не едите, не моетесь и рубашки расстегнуты ходите. Блять, то ли Паша такой. Да, да, да. Нет, я понимаю, что якобы ролик, посыл ролика в том, что там вот забота, там женская, как бы там все вот вместе, такой вот быт. Нет, это прикольно, это хорошо, когда она там подошла, тебе верхнюю пуговку застегнула. Это прикольно, да, я согласен. Но она сделала акцент на такой, знаете, как будто вот она сейчас описала какую-то вот сопливую, какую-то субстанцию такую, знаете, не может себе пуговицу застегнуть, там полотенце принести, пожрать себе на работу собрать. Это она с таким удивлением, что как это так вот мужчины так существуют, как вот вы, наверное, не моетесь, да? Я извиняюсь, а ты его что, мылишь мочалкой? Как бы? Не, опять-таки, это прикольно, помылить мочалкой, там разные места, чтобы такая мочалочка еще мягенькая была. Это интересно, в душике тогда, чтобы она такая вся в мыле была, я в пене там был, там и это, ладно, это у меня в башке, ладно, забейте, хрен. Это все интересно, это все прикольно. Но, когда человек самостоятельный, самодостаточный, мужчина, я имею в виду, да, и живет самостоятельно, это все делается просто без проблем. Приготовить, покушать, убраться, постирать, это все в кайф. Я обожаю, когда у меня дома, ребята, чистота. Я убираюсь каждые 3-4 дня, влажная уборка. Я просто кайфую от чистоты. Представляете, да? Я попу тоже подтираю и мою ее, и кушать себе готовлю. Как-то так. Пишите, как вы справляетесь с такими страшными домашними делами.